Всем привет! Сегодня хочу показать одну очень простую, но очень полезную самоделку из самой обычной сетки от духовки. Если в заначках нет, то можно вытащить из духовки. Главное, чтобы жена не увидела. Но помимо сетки нужно будет еще два кусочка от пластиковой трубы. Длина их составляет 26 сантиметров. Отступаем 15 сантиметров и делаем метку. Затем делаем несквозное отверстие. И то же самое в этой. Затем в той части, что короче, делаем вот такой вот надрез. И с этой делаем то же самое. И вот такие две заготовки должны получиться. Дальше делаем следующее. Возьмем сетку и оденем их вот сюда. Можно сказать, до щелчка. Оп. Все, готово. И вот так должно получиться. Ну а дальше остается сделать следующее. Вставляем ее вот сюда. Вот так. И подгибаем. Как видим, труба прошла через батарею и упирается в стену. Как здесь, так и здесь. Ну и остается лишь испытать ее. И вот так получается. Как видим, место еще есть, и вещей может добавить больше. Получилась очень удобная сушилка. Места много не занимает и делается буквально за несколько минут. Если она будет не нужна, все легко снимается. И место в ванной тоже не занимает. Но если был полезен, лайк, подписка и всем пока.